Молодежь Славянки попробует себя в роли муниципальных служащих. Администрация поселения 10 апреля впервые проведет образовательную игру «Коридоры власти». Это мероприятие уже более 10 лет проходит по всей России. Оно задумывалось как некий эксперимент, который поможет определить, насколько молодежь заинтересована в решении муниципальных проблем, неравнодушна к происходящему вокруг, а также насколько муниципальные власти готовы к диалогу с молодыми жителями своей территории. По правилам игры команды заранее получают вопросы от специалистов администрации, по которым им предлагается разработать свои советы в адрес поселковой власти. Такая ознакомительная встреча прошла в минувший вторник, 21 марта. На участие в игре подали заявки 4 команды. По 5 человек от 1 и 2 славянских школ, от частной школы и филиала Дальрептуза. В день игры каждая команда получит маршрутную карту и 1 час времени для того, чтобы пробежать по коридорам администрации поселка и предложить сотрудникам мэрии свои ответы на поставленные проблемные вопросы. Победителями игры станут команды, предложившие наиболее свежие и реалистичные идеи. Завершит соревнования награждение победителей игры «Коридоры власти».